Idan, Idan, haga caso. Ya cae. ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es ese tipo? Sonia. Куда побежала? Соня? Куда? Всем привет! Хотела показать новый аромат этого года, 23-го, Fame от Paco Rabanne. Вот женский аромат. Такая интересная упаковка. Вот на что вам напоминает робот в очках. Вот, ну, такой очень приятный аромат. Сейчас на мне он древесный, мускус в нем присутствует, цитрус я слышу. Вот, ну, все ноты там, средние, верхние и нижние ноты здесь будут, на экране покажу. Может быть, кому-то интересно будет либо заказать, либо на подарок, либо самой. Рекомендую. Понравился аромат новый. Уже пользуюсь месяц, наверное. Нет, даже 2 месяца. С августа я пользуюсь им. Прикольный. Кстати, в наборе, это как подарочный такой был набор к этому парфюму, шел вот такой еще наборчик. Travel kit. То есть удобно брать с собой в поездки куда-то. А здесь еще такая вот версия парфюма, это же самое. Удобно, как я уже сказала, да, брать с собой, в сумочку положить, например. Такой вот пробничек. Ну, не пробничек, это целых 10 миллилитров здесь. Fame парфюм от Paco Rabanne, сделанный во Франции. Классный. Вот. Этот же аромат, и здесь также было зеркальце.
какое с точечками, но точечки небезопасны. Почему небезопасны? Нормально? Да, интересные растения. Доброе утро всем. У нас сегодня такой вот пасмурный день, не солнечный. Было немного с утра солнца, но сейчас уже почти нет. Это в тучах. В парке я, как обычно, в субботу провожу йогу здесь утром. Вот иду к 9. Людей не очень много. Ну так, есть впереди, но вот бегает кто-то, играет в футбол. Обычно, ну, воскресенье больше людей, конечно. Завтра воскресенье тоже здесь буду проводить йогу в 10 утра в этом парке. Прохладно сегодня. Только 14. градусов сейчас. 14 получается. Обычно уже 16, хотя бы 17, наверное. С каждым часом поднимается температура. А сейчас прохладно прям. Всего 14 градусов. Этого влога, вот, показать хотела классные боди, вот этот один, и досниму, наверное, завтра, чтобы отредактировать и уже выложить этот влог. Получается, 2 недели назад был последний, но там мало просмотров было, поэтому я решила не выкладывать в этот понедельник. Сегодня у нас уже среда, выложу на этой неделе, наверное, в пятницу новый влог. Вот, хотела показать классные боди для спорта, для подойду для йоги, для пилатеса или вообще просто если в спортзал выходите, от бренда Mind Body. Оставлю на них ссылку. Вот этот один. Сейчас отойду в сторону. Я здесь в парке сейчас делала йогу. Не видно. Сейчас поставлю сюда. Выгульщик собак идет. Короче, не знаю, как показать, чтобы было видно. Сейчас отойду в сторону, подальше, чтобы видно было.
я, получается, заказала 3, 2 себе и один вот такой же, как сейчас на мне, дочке, Сонечке. Вот, очень классное качество, сидят просто идеально по фигуре, мне подошли. И мне нравится, что здесь вот поддержка груди идет, то есть мне не нужно дополнительный топ под низ одевать, потому что я насчет этого очень парюсь всегда, потому что так как здесь спина открытая, если будет еще какой-то бра или топ спортивный, то будет все это уже некрасиво. Вот спина как выглядит, сейчас поближе покажу. Вот, спинка очень тоже красивая, и, в общем, рекомендую вам это. Это действительно хорошее качество. ХБ, хлопок, приятный к телу, и комфортно заниматься йогой. Вообще, я в восторге, супер. Всем рекомендую. Ссылка на их инстаграм, наверное, здесь оставлю в описании под этим видео. Выгульщики собак с утра гуляют. Много собак так. Занимается. Профессия такая вот, выгульщик собак, актуальная в Колумбии. Гуляют каждый день. Выгуливают собачек. Всем привет, доброе утро. Сегодня у нас уже 3 ноября. Пятница, и я в таком вот красивом парке здесь. Еду самокатом. С занятия индивидуального по йоге. Вчера у нас был Хэллоуин. И Соня вот сколько сладостей набрала. Чупа-чупсы вон. Конфеты, тортик не надо. Тебе это не надо, конфеты. Соня, весело было вчера? Сонечка. 12 вот таких, а 3 вот таких. Вообще много. А тут 5. Соня, понравился праздник вчера? Очень. Соня еще в пижаме, сидит, вот считает свои конфеты теперь с утра. Это 1 ноября сегодня у нас. А еще есть! Ой! Еще! Нельзя тортик? Еще. Нельзя? Хулиган. Вот еще. Нюхает, нюхает. Нюхает, вкусно пахнет. Еще вот, да сколько? Еще чупа-чупс нашла. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 чупа-чупсов? Угу. Но я не знаю, если есть еще. Вот это я вчера. Съела вчера? Кофейная. Кофейный чупа-чупс? Да. Классно. Всем привет! Сегодня уже суббота у нас, и мне пришлось отменить занятия йоги в парке. Сегодня суббота и дождь. Вот из-за дождя вынуждена была отменить, потому что нереально.
Завтра тоже провожу йогу, в воскресенье и в понедельник, когда выходной, тоже провожу йогу в парке. Надеюсь, если не будет дождя, то тогда уже будет занятие и в воскресенье, и в понедельник. Красивый вид, да? Саня, смотри. Сфоткаю тебя. Сюда смотри. Угу. Это мне периодически какие-то вечеринки проходят. Классно. Это спать хочется. Thank you.
En el bajo y acorde. ¿Va? Y en el bajo fa. Dos.